Ну, живя в Ростове-на-Дону, я побывала уже в разных храмах, но последний, мое пристанище, это храм Великомученицы Татьяны. Зовут меня Екатерина. Вот, и я вообще, у меня во мне три крови, русская, украинская и сербская, поэтому я очень люблю все эти народы. И вот, конечно, это действительно боль такая, которая сейчас, хоть у нас и пасхальные дни, но мы все скорбим от того, что такие вот козни строятся в этой стране. Вот. И я хочу спеть песню о любви, она эстрадная, из репертуара Александра Пономарева, вот, чтобы у нас между народами, между людьми и между всеми была любовь. Yeah.